Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет. В общем, у нас опять зима, у нас майские роботы, роботы-титаны. Уже я буду новеньким. Новогодние. Прям вообще по теме. У нас, собственно, ого, я подмерз. И я сейчас тоже. Минус 75. И что теперь делать? А как стрелять? Погоди, что вообще происходит такое? Еще один. То есть мы можем замерзать теперь еще. Нормально. Ништяк. Ой, а что-то вон опять, еще слушай, нужно кинули. быстро действовать, иначе мы замерзнем. Трындос, вот эта тварь. Да, что-то еще кинули. Можно, может, разморозить. Блин, надо было немножко не туда стрелять. Эй, а что произошло? Слушай, что будет, если я тебя разморожу? Мне вот интересно. Так. Не знаю. Ну, я помню, как меня атакуют. Чем дольше, тем сильнее урон. Юль, а ты кого взяла уж у нас? Я не знаю, что он делает, если честно. Так, надо застраивать уже свою базу. Пипец, такая стужа. Блин, что-то... да что это такое? Тебе какие-то странные падает? Телепорты тебе закидывают. Что-то... Я боюсь нажимать на них. Блин, мало я так сейчас что. И сдохну, собственно говоря. Смотри, мне тоже что-то прислали. Я почти все, я почти заморозилась. Юль, если ты заморозишься, ты умрешь. Я тебя, видишь, расколотил. Угу. Надо спасибо. Было тебя не трогать, на самом деле. Я попробую разбомбить. Эй, вы куда меня двигаете? А что, они тебя там отсылают куда-то? Слушай, я тебя что-то там чуть-чуть подбил, посмотришь, что будет. Не знаю, что такое. Блин, ко мне какую-то кучу привалили. Вы что, зачем вы ее сюда-то? Так, надо застраиваться срочно. Все, я застроился, давайте. Я вот сюда попаду. Стреляйте, Юля, посмотрим, что здесь будет. Опа. Не знаю, что такое. Может, вот как раз и дали нам секретное оружие какое-то. Я уже почти замерзла, стреляй по мне. Нет, нафиг не нужно. Не, я лучше по твоему ядру постреляю, нафиг ты мне нужна больно. Быстрее. Смотри, снизу снеговики. О, нет, только не это. О-о-о. О, хорош, попал. Где я? Меня нету. Так, здорово. Отлично. Перфект. Блин, Юля, мой народ сбивает. Красота. Что это такое? Вторую тебя прислали. Ты окончательно замерзла, походу. Блин, я потерял этот сильный выстрел. Могу вот так. Блин, я даже не знаю, что сделать лучше. Вот так, сюда. Сейчас. Вот так стрельну, может, тоже попаду. Блин, Юля сейчас Блин! Я сейчас Юлю собью. Нет! Слушайте. А куда я попал? Ты внизу в середине. Ну, кстати, я хорошо выстрелил. Снеговик. Да, надеюсь, он тебя там уничтожит, потому что у меня вечно проблемы с ними были. Так. Ай, блин, я же... Куда меня? Сдуло, прикинь. Сдуло тебя. Бать. Вот сейчас... Ой, нет! Блин, я говорю, вот сейчас пипец мне пришел. Теперь можно за собой прятаться. У тебя какой-то, это, банк как пришла с этими, с бананами. О, Юль, прикинь, кто к тебе приперся. Снеговик? Ага, тот самый. О, как хорошо нагнал. Да-да! Нет! Ништяково. Я так. Могу хоть что-то вот сделать так. Для себя. Вы чё, блин? Юлю застроили окончательно. Всё. Ой, куда я? Куда я? Зачем я тебя падаю? Сейчас опять сдует, ну, если заморозишься. Нормально. Блин, я сейчас окончательно замерз. Надо было подпрыгнуть, что ли, чуть-чуть. Что-то поделать уже. Так, все. Заряд. Ах ты, бочка, блин. Да, что ты там делаешь? На, вот получай так. Тоже. Бочка. Не слабо. Блин, я заморозился окончательно. Юля сейчас с моим ядром. Я даже не знаю. А я вот здесь встану, чтобы давай, попасть сейчас. Вставай. Куда бы встать? Ну быстрее вставай, я уже замораживаюсь. Все. Хорошо. Зря я, наверное, так сделал, хотя... Ай, мне кто конец, знает. Наверное. Сейчас. Во, рассчитал. Блин. Юля замерзла? Быстрее. Мы оба, что ли, замерзли, я так понял. Так, срочняк, надо что-то делать. Во, я сюда встану. Так. Блин, я и застроиться-то не могу. Такое? Все, сейчас буду прорывать Юлину ядрище. Ай, что такое? Что ты натворила? Это я все сбила. Жопа с ручками. Тут все снесла к чертям. Блин, все. Я к тебе вставать-то явно не буду. Блин, сейчас вот реально выстрел, и я... Так. Давай, быстрее стреляй! Блин. Ура! Молочек. Но я был близок. Но я, на самом деле, под конец в своем роботе не поняла, что он делает. Вот второй он выстрел. Всасывает и высасывает. То есть ты можешь выстрелом толкнуть сильное ядро куда-нибудь, оно упадет. Ну я и так разобралась. Ладно, поехали дальше. Нам ничего нового нифига не дали. Но была крутая карта. Нет уж, только не придурков этих. Да уж, они меня бесят. Ладно, в общем, мы что-нибудь выберем и увидимся на карте. Итак, битва продолжается. Не знаю, какие будут здесь условия. А что какие они пьяные? А, это эти. Блин, сейчас тут начнется месть. Вы что? Что происходит? Почему чё нас такое? Жизнь отняли? Ой, извините, я ничего не нажал. Мы какие-то полуломанные. Походу, у нас по жизни всегда будет мало. Я, правда, уже не помню, что у меня что делает. У тебя вот сейчас идеальная просто позиция. Он же прорывает ее или взрывается. Это замечательное просто. Отлично, согласна. Поэтому мне нужно создавать пористую поверхность, чтобы у тебя взрывались твои. Козел.
Так что давай, удачки, как говорится. О, блин, прилетело, чётко, да? Да, опасно. Ну, так. А я попытаюсь дальше тебя там мучить молниями. Давай, давай, давай. Им хорошо, он, как говорится, близкий, слабо бьет. Блин. Молния. А, промахнулся, ну, промахнулся, гаденыш. Сейчас все будет, сейчас разберемся. Блин. Я подобрею твою, подобрею я. Подобреешь. Подобрею чуть-чуть. Так. Нет уж, давайте-ка до свидания, сейчас мы еще что-нибудь... Что-нибудь еще пористое. Вот так вот. Все. Давай, давай. Все, я попытайся, настроил как следует. Попытайся. Я попытаюсь. Сейчас все будет. У тебя отдача. Он... Ого-го! Как тебе просто повезло! И да уж, я не поспорю. Все, лети уже, пожалуйста. Ну, куда-нибудь там. О! Да ты иди ты в жопу своими строительствами там. Ну, кстати, я, в принципе, приближаюсь к атаке. Ой, настроила тут всякой ерунды. Ну, давай, да. Тетрис тут. Они должны были исчезнуть, ты почти заполнила. По правилам. Да ё-моё, сейчас меня унесёт-то как. Дай мне перепрыгнуть вот. Буду пробиваться, буду пробиваться. Ай, пробил. Так, чуть вот хитрец. Так. Хитрец. Юля возвращается. У тебя 12 хипов. Да знаю я. Я вообще куда-то улетел. Да и чё ты тут припёрлась-то своей ш... Я прям спасла своим телом, ядро. Можно вообще. Так, ну это, в принципе, пока рано. А вот застраиваться, я думаю, лишним не... Блин, я думаю... Ха-ха-ха! Взял, называется, застроиться. Далеко от постройки. Сейчас, может, вот так сделаем. Блин, я даже не знаю. Ничего, ну не вот. Можешь. У меня каракули какие-то выходят, если честно. Провались. Блин. Yes, четко. Трындос. Четкое попадание вообще. Юля опасный человек, на самом Согласна. Деле. В этой игре с ней лучше это какой-то. Не связываться. Вообще. Смотри, что творит. Иди в жопу, yes. А. Так, ладно. Надо срочные меры. Все, я готов. Шмаляю! Трындец. Сейчас... Ну, чуть-чуть осталось. Ну, дайте мне добить его, пожалуйста. Это моя ракета. Вы ее все видели. Пипец. Пипец. Сегодня не мой день вообще. Это точно. Прям... Слушай, у тебя все разнесло дырень почти такая. Взрывом. Короче, надо собраться и надавать. И разобраться со мной. Посмотрим, может, что-нибудь... Фигу нам, короче. Ладно, увидимся сейчас на другой карте. Жестоко я, конечно, просираю. Ну ладно. Ничего, сейчас у Миши будет возможность. Я взял паука. Да, он решил схитрить. Так, слушай, смотри, а у нас смотри. Всегда было по 75 или... Да, всегда 75 было, а вот то, я что посередине, ого, если что честно, такое? Я не знаю. Мне я боюсь, строители что... нужны, поэтому я даже не представляю, что сейчас будет. Может, засосет, как-то траектория изменится. Да. Ой, да, изменилась, слушай, траектория. Блин, этот паукан, сейчас он взорвется. Ой, слушай, я даже не хотел. Так, она вверх сейчас. Поэтому нужно рассчитывать, немного ниже стрелять. Трындец. Опа, блин. О-о-о, четко. Так, диггер-то вот, блин, я не копатель взял. Тьфу, ё-моё, ну ладно, в принципе, сейчас вот так заряжу, может. Да как так о, я хорош, сюда хорош, попала? Так, пора что-то строить. От Юли нужно защищаться. Ё-моё. Срочно, всякими способами. Да уж. Различными. Фига ты тут настроил. Все, вот так буду делать. А иначе будем никак. Будем надеяться, что я попаду. Мимо кассы. Отлично. Сейчас она еще куда-то... Только не в меня! Ты сейчас это разбомбишь там потихоньку. Так, мне только эти. А, слушай, а если я уничтожу его, интересно, что будет? Мне кажется, он просто исчезнет и все. Ой, блин, у меня этот там ходит теперь. Нафиг ты там нужен, блин, мужик. Так. Ну, Юль, рано или поздно до тебя дойдет. Я ну, точно дойдет, знаю. Ну, дойдет, я не сомневаюсь. А вот этот уже сейчас дойдет. О, нифига ж себе. Давай, шарахай, мужик. Ё-моё, нет, не разберись, шарахай, мужик, не шарахай. А вот сейчас упадет, конечно, знатно. Оно все прорывает. Ну, кстати, меня-то не задело. А куда я своего робота-то? Ой, все, я сдохла, да? Да, ты сдохла, вот только... Дайте мне появиться, пожалуйста. Мне это, в принципе, ничего не дало. Сейчас попытаюсь. А, слушайте, а что? Я сейчас не я ход сделаю, и ты появишься, не беспокойся. Ай, блин, да ё-моё! Такая ракета улетела к чертям. Так. А может и не слушайте. Блинский, блин, сейчас так, я это уничтожу. Я застраиваюсь, короче, все. О, у тебя еще одна такая штука появилась. Так ты, я тебе говорю. Я только сейчас заметила, почему. Аля, Улю, такой... здравствуйте. У меня тут все закрыто, так нет! Что... блин, жалко второй нет! Раз. Нет! Упади подальше, пожалуйста. Да, не, она упала. У тебя, в принципе, блин, я опять эту фигню взял. Я надеюсь, я не в себя сейчас попаду. Тупость, короче. Я на Юлю засмотрелся, сегодня, короче, от меня ничего... Сверхъестественно не стоит ждать. Вон Юлина да. Ядро, она пытается пробить. А я тем временем буду прыгать, выскакивать.
вылазить из этой норы. Блин, Юль тут сама неплохо справляется уже. А, ну стой. Блин, ну нафига вот мне сейчас прыгать? Слушайте, а если я прыгну? Нет! Меня... Да вы чё? Рестлинг! Ой, дратуйте. Дратуйте. Мне кажется, нам капец, Юль, с тобой. Я под нами разобью все, все. А что случилось? А я хоть успела выстрелить-то? Да я фиг знает. По-моему, ты как раз и успела выстрелить. Надо где-то грамотно занять место, чтобы Юля не могла попасть. Так. Я не знаю, вот это вот, что я такое выбрала. Так, Диггер, нужно корректировать свой выстрел. Ой, как хорошо. Ай-яй-яй, нет, зачем же ты падаешь-то? Зачем? Вот сейчас бы знаете кого? Блин, нет, не этих бы чуваков, и было бы замечательно. Так, теперь вот так скорректируем. Что это ты такое решил тут мне? Во-во-во-во-во-во-во. Нет. Ой, все. Диггер теперь пошел. Так. Корректировочка небольшая. Давайте, давайте, ребята. Ну, бри-бри-бри-бри-бри-бри. Блин! Смотри, куда, как хорошо пробривает. Вот. Нет! Диггер уже, можно сказать, тут. Как уже около я ядра. Вообще в невыгодном положении. Блин, как так? Как-то так. Ветер не так сработал. Да убери ты нафиг это все. Нафиг оно тебе надо, Юль, ну серьезно. Как это? Все это фигня полная, не поможет. Да поможет. Блин, надо было тогда другого взять, ща, чувака. Ща, я еще прыгну. Да прыгай сколько угодно. Прыг-скок, ё-моё. Блин, надо тоже застроиться немного, чтобы Юль тут не устроила мне какую-нибудь засаду. Давай прыгай, прыгай, ну прыгай, чувак. Блин, траекторию сам себе испортил. Ладно, мало ли. Сейчас все будет. Быстрее, быстрее. Такая жесткая битва, кстати, в этот раз. Согласна. Такс, ну, ходи чем-нибудь. Конем. Невыгодные у меня тут вот эти вот штуки вечно, помехи, помеху. Да у меня тоже, я что-то настроил тут всякую ерундень. Я полную. Вот ее сейчас уничтожу. Ой, вот, кстати, прикольное условие, но приходится рассчитывать. О, как четко. Не, все, мне нужен ходок. Срочно, ходок, да, ходок. Нет, не надо, никаких да ходков. Куда ты поперся? Трындец, пока он до тебя дойдет. О-о-о-о. Тут нужен правильный расчет. Так, сюда. Во, все, я надеюсь, сейчас все получится. Да твари какие, а! Какое же жопство просто! Ну почему? Да почему? Трындос. Нахрен валим отсюда. Вот это поворот. Помогите! Я даже не упрыгнул, понимаете? Я даже... Надо валить. Трындец. Согласна. Это вот просто позор какой. Они мне не дают прыгнуть, понимаешь? Говнюки какие, так. А? Новый год. Ё-моё, твою мать, а ты все, ты сдох, что ли? Да уж, О, брат, это жулики. Ну ты даешь. Все, я построил свою династию. Дзынь. Как четко. Здесь. Ща, четко. Будьте четко. Чечетко сейчас. Так. Я пока здесь потихоньку. Ой, я тебе помогла, блин. Да, спасибо, жалко. Спасибо, немножко подбил. Ой, а где я? Не могу себя найти. Как что это? Происходит? Что здесь надо бы? Так, слушай, здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты что, не видишь, что с твоим ядром да творится? Да вижу. Ну давай, давай. Я давай. Надеялась блин. Просто, что... Тормози! Это была жесть. А ты не видел, что с твоим ядром происходит? Я не думаю, да там столько места было. Я уже столько было. Туда накидала этих. Трындос штук. Какой-то. Ну, я просто в офиге, что творится. Жми, Юлю, кнопку А, посмотрим, что нам дали. Ну, давай, хотя бы персонаж. Короче, новый персонаж. И самое интересное, что мы посмотрим в следующий раз. Да. Это такая будет... У нас интрига. В общем, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.